вами Валентин, и сегодня мы пообщаемся, посмотрим и подумаем, зачем же нужен аккумуляторный пылесос WC5 Cordless. Вот, собственно, и он. Если помните, а может быть и не помните, и не знаете, но был ролик, где я снимал точно такой же пылесос, кабельный, это было 1,5 года назад. И вот тогда я сказал, ему бы аккумуляторным. И вот он, аккумуляторный. Собственно, что он может и как это работает. Вот этот маленький пылесосик работает от батареи. Работает, у него есть 3 режима. Кнопочка включения, 1, 2, 3. Слабый режим, посильнее и максимальный. Собственно, это весь шум, который он издает. На максимальном режиме он может работать 15-20 минут, на минимальном аж до целого часа. Ну, правда, нахрена нужен минимальный режим, я, если честно, не придумал. Так шторы пылесосят прямо на весу. Но на максимальном режиме пылесос, в принципе, работает нормально. Все собирает и всасывает. Что у него есть и как это все происходит? У него есть вот такая вот насадка, которая магнитиком приклеивается. И есть вот такая вот телескопическая трубка. То есть вы вполне можете управлять пылесосом одной движением кистью, и он будет собирать вам мусор. А будет ли он собирать мусор? Ща, подождите. Сейчас попробуем. Поехали. Включаем максимальный. Ну, собственно, вот теперь явно видно. Четкая чистая полоса и там, где что-то еще рассыпано. Так, добираем быстренько то, что еще рассыпано, а то, блин, капец будет. А теперь разберемся, куда он собрал все вот эти вот мелкие пластиковые штучки, которые у нас заменяют мусор. Собрал он это все вот в этот фильтр. Вот в этот стаканчик пылесос и собирает весь мусор. Другого, в принципе, мусоросборника у него нет. Размер маленький, но одну комнату убрать хватает. Итак, собственно, с уборкой разобрались. Да, он аккумуляторный, он маленький, он небольшой, но он всасывает, как обычный пылесос. С обычным мусором он, в общем-то, справляется, вы сами видели. Другое дело, что напольная насадка, ну, ее не хватает для всего. Да, у нее есть переключение пол-ковер, но как же быть с мебелью? А быть надо вот так. Берем, отсоединяем напольную насадку, получаем космический бластер. И на нее ставим другие насадки, которые тоже есть в комплекте. А именно, щелевая насадка. Та-дам! Фигня какая-то, да? Щели чистить хорошо, а не фигня какая-то. Насадка для мебели. То есть вполне можно чистить диваны. И насадка со щетинкой для уборки каких-то вот труднодоступных мест. Вот этой самой штукой, вот с такой длиной, вы вполне можете попылесосить машину, попылесосить в шкафу, на полках. И при этом, ну, не такой уж он и тяжелый, этот пылесос. Так, ладно. Вы, короче, обдумайте эту вещь. А мне надо остатки мусора, который на ковролин попал, пособирать. И вот этой насадкой я как раз и пособираю.
Итак, резюме. Пылесос действительно прикольный. Больше того, сейчас все производители начали переходить на аккумуляторную технику. То есть шнуровой техники все меньше и меньше. В пылесосах, в электроинструментах, даже в таких вещах, которые никогда не были электрическими, а станут аккумуляторными. Короче, аккумуляторной техники все больше и больше. Поэтому, прежде чем писать свои гневные комментарии о том, что оно слабенькое и долго не работает, сравните с остальными. И окажется, что оно сильненькое и работает дольше, чем многое. На этом все. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик, на всякую фигню, которую там придумает еще YouTube. С вами был Валентин. Пока. Тушите свет.